прочими мерзкими вещами. Если, может, кто-то там смотрел, наверное, все помнят. Самое интересное, что я пытался скачать этот ролик с их архива, но он недоступен для скачивания. Вот такая вот наша беда. Это самое главное, вот эта информационная война. Нам надо уметь жить с этой войной и уметь выигрывать эту войну. К сожалению, мы пока не научились это делать. А это просто необходимо в наше время. На Дерибасівській в провулку Жукова була сайга від народної дружини Труханівської. І от якщо прийде до влади Труханов, то мені, наприклад, прийдеться теж брати собі сайгу. Що таке сайга?